Сегодня в Рижском пассажирском порту прошла торжественная смена командиров противоминных судов, которые вот уже почти месяц дежурят в Балтийском море. Норвегия сложила свои полномочия, и командование взяла на себя Германия. За церемонией наблюдала Диана Ходулина. С сегодняшнего дня и вплоть до августа судно «Эльба» становится флагманом под управлением немецкого командира. Всего же на этом судне служит около 60 военнослужащих. Этот корабль выполняет две основные функции – наблюдение и поддержка. Мы обеспечиваем все суда водой, едой и топливом. Церемония смены командиров проходила под несмолкающий крик чайки, которая по воле случая совсем неподалеку свила гнездо. Военные отнеслись к этому с пониманием и даже охраняли ее покой. И вот флаги подняты, речи произнесены, а это значит, что командование передано. Норвежский командир свое проведенное время на посту оценивает положительно. Он бы с удовольствием продолжил свою службу на этом посту. Это всегда честь возглавлять такие группы, но одновременно это и вызов. Мы много работали, чтобы собрать людей из разных стран, которые могут совместно проводить учения и работать. За время службы мы обезвредили и уничтожили около 97 мин и 2 торпед. Следующая страна, которая сменит командование Германии уже в августе, будет Литва. Мы работаем и тренируемся в мультинациональных группах. И это одна из сильных сторон НАТО. Это та сила, которую мы показываем всему остальному миру. Напомню, что противоминные корабли патрулируют Балтийское море уже с начала мая. В операции принимают участие суда из Нидерландов, Эстонии, Норвегии и Швеции. Сейчас за моей спиной вы видите 4 военных корабля. Всего же в Рижский порт их прибыло 10. Но пробудут они здесь недолго, и уже завтра они отправятся в Таллин. Диана Ходулина, Олаф Першевец, Латвийское телевидение.